Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И сегодня я хочу получить 87 уровень. Так что давайте приступим. Надо пройти вот этот вот уровень, который мы с вами не прошли в прошлой серии. Но надеюсь, сегодня будет хорошо. Друидочка должна наказать их всех. Но, ребят, как видите, у меня уже одна попыточка сфейлилась. Не получилось, к сожалению. Зато я знаю, что нужно будет сейчас сделать. Во-первых, он на меня вызывает улитку с пришельцем. В первую очередь нам нужно это все дело как-то законтрить. Не позволить им, как говорится, нанести урон моей базе. Но даже если нанесут, у нас есть друидка. Если что, ребята, сможем отхилиться. Давай сделаем так. БФГшка. Ну, естественно, ребята, ее сейчас похитят. И вызываем мечника. Так. Все, ребята, предсказуемо. Все так и должно было быть. Так, давайте будем копить ману. Выходит жаба с молотом. Так, у нас готова ульта. В принципе, ребята, это неплохо. Так, а вот и слизень-морпех. Опять улиткой. Ай-яй-яй, вот это плохо, ребят. Ну, хотя бы так давай сделаем. Блин, ребята, мне срочно нужно вызвать друидку к себе в помощь. Во. Вот она, красавица, идет. Теперь остается лишь накопить армию. И все у нас, ребята, пойдет в гору. Единственное, меня смущает, это вот морпех. Второй подошел. Еще пришелец этот. Ё-моё, ребят. Фиговенько все здесь. А вот и лорд пустоты уже явился, не запылился. Ребят, пахнет керосином на самом деле. Давай попробуем ультой. Ну, смотри, практически всю армию ему снесли. А где лорд-то, я не понял. Не врубился, ребята, а куда делся лорд? Что-то я упустил этот нюанс. Куда он делся-то? Так, ладно, ураганчик нам в помощь. Опять начинает немножко игра лагать. Наверное, вы замечаете, да, это дело? Ну, куда ты летишь, охламон? Куда ты летишь? Даже не успел никого прихватить, мы его разнесли. Слушай, ну вот морпех, да, слизень, он очень слаб против моей ульты. Можно, в принципе, знаете, что еще сделать? Вызвать вторую друидку, и будет у нас все замечательно. Как он меня достал своими вот этими вот улитками, заморозка, это круто. Ну что, ребят, я думаю, что у нас победа в кармане, потому что времени, как видите, у нас здесь нету. Нам только нужно сделать так, чтобы мы не понесли урон нашей базе. А для меня это как орешки. Все, мы начинаем расколбас. База уже, как видите, начинает там прогибаться. Давай-ка еще сделаем. Мечничка. Ну, поднапряглись, ребятули. И... да. Слушайте, ну вот сейчас все отлично. Даже и здесь же мне понравилось, как мы прошли. И, наверное, будем, ребят, переходить на следующий портал. Но для начала заберем 14 карточек НЛО. Круто! Ну что же, 71 портал, поехали. И первый, кто нас встречает, это, конечно же, нежить. Дальше идет подданные. Потом идет фабрика роботов. Опять нежить. И захватчики. Ладно, ребята, я готов со всеми с ними подраться. Ё-моё, не туда нажал, ребят. Извините. На арене я уже был и довольно неплохо выступил. Но там, понимаете сами, маленький уровень. Так что никаких проблем, в принципе, для меня там не было. Ну что же, поменьше слов, побольше дела. И мы с вами приступаем. И встречает нас зомби обычный и зомби камикадзе. Все это, ребята, 90 и 88 уровня. Так, выберем, наверное, мы с вами вот... вот этот отряд и пойдет у меня. Ну что же, самое начало, все должно быть легко. Будем, ребята, контрить. Нужно в первую очередь контрить нам зомби-камикадзе, чтобы он не подошел к нашей базе. Ну что, големчик, давай встречай зомбаря, накумарь его. Вы вроде бы как из одной оперы, а вот это, ребята, плохо. Вот это плохо. Так, джиггернаута надо вызвать срочно. Куда идешь? Сейчас взорвется... Ёлки-палки, ребята, чудом он как-то не нанес урон моему замку. Удивительно. Ну что ж, тогда мы с вами живем. Потому что, ребята, у меня здесь не друидка. Она не сможет отхилить базу. Так, тихо, тихо, смотри, ползет, ползет, гаденыш. Так, фаербол. Шикарно. Давай-ка еще джиггернаут одного возьмем. Ну, все, ребят, я думаю, что здесь мы с вами сможем уже пройти. Никто нам здесь не помешает. Потому что у меня есть чумная летучая мышь. Хотя вот этот вот гаденыш ее может взорвать. Причем в легкую. Накаркал называется. Давай, големчик, выходи. Пока он там джиггернаута колбасит, ты уже должен его, в принципе, наказать. Отлично. Баллиста, ребят, срабатывает на все 100%. Вы это сами прекрасно видите. Так, опять взрыв, да? На макаронной фабрике.
как меня достало, ребят, вот этот вот взрывник. Своим ничтожным взрывом он может снести довольно серьезных и сильных юнитов. Так, ну что, мы уже с вами разбираем потихоньку базу. Две баллисты — это сила, сейчас мы просто заплюем его. Так, 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 идет, да, там охламон. Ну и все, последний, ребята, выстрел, готово. Карточку забираем. Слушай, ну неплохо. Я даже думаю, знаете что? Нет, пройдем, наверное, еще уровень, хотя надо было бы три. Там, ребята, мне не хватает, по-моему, 100 тысяч для пробирки, чтобы поднять себе левел. В принципе, для этого я и коплю деньги. 87 уровень, как только получим сразу, во-первых, у нас будет откат по энергии, да? Хоть мы здесь, конечно, немножко подеремся, но все равно. Ну, а во-вторых, нам даже будет проще в дальнейшем проходить уровни. Так, взрывается, да? Отлично. Так, когтистые, ребята, тут появляются когтистые, это плохо. У него очень большой размашистый удар, и он будет доставать как летающих юнитов, так и наземных. Не стоит об этом забывать. Так, отлично, фаербол. Блин, ребят, вообще-то я хотел фаербол бросить вместе, чтобы взорвался и зомби-камикадзе, но лопухнулся я одним словом. Так, Джаггернаут, давай все-таки наказывай уже в конце концов. Баллисточка. Баллиста, ребят, стреляет. Вот, кстати, вот сейчас вот хорошая комбинация. Смотрите, что сейчас будет. Вот, вот именно так баллиста и должна действовать. Она должна уничтожать еще до подхода к нашей базе этого зомби-камикадзе. Ну и, соответственно, когтистый. Причем сейчас он падает без проблем. Обычно, ребята, при смерти у него отлетает голова и наносит дополнительный урон. Ну что же, Джаггернаут, давай, милости просим. Держи здесь, как говорится, защитную стоечку. Слушай, ребят, я думаю, что все, здесь мы с вами пройдем. У нас еще минута в запасе. А мы не дадим просто никому оттуда вырваться. Единственное, да-да-да, вот этот вот охламон. Но не так уж много он нанес урона, так что, ребята, живем еще с вами. В отличие, по-моему, от врага. Враг сейчас уже отдуплится. Так, давай-давай-давай-давай, добиваем, ребятули. Осталось совсем чуть-чуть, фаербол в помощь, да. Изейшие прошли, конечно. Ну что, давайте посмотрим, ребята, сколько у нас с вами накопилось денег. Может быть, нам даже хватит для того, чтобы проапаться. Хотелось, конечно, мне пройти третий уровень, но... Ладно, фиг с ним. Хватит, не хватит. 103 тысячи. Блин, по-моему, ребята, маловато. А нам нужно вроде как 105. Или... Сейчас посмотрим. 103 200. 100... Вот. Вот оно, ребята. Ну что же. Я нас поздравляю. У нас 87 уровень. И забираем реворд. Так, 130 тысяч и 18, ребята, гемов. Нам 3 гема буквально получить, и мы с вами сможем открыть эпический сундук. Так, сколько здесь? Ага, не хватает чуть-чуть. Давайте-ка мы, наверное, сделаем с вами вот этот вот тактик. Проведи игр с отрядом S 5 раз. То есть получается, что нам нужно вот этим отрядом играть. Хорошо. Так, а мы сможем с вами еще купить пробирочку, а? На опыт. Сколько она стоит? Давайте глянем. Да, ценник, конечно, поднебесный, 139 тысяч. Но зато опыта дает 8500 хп. То есть, ребята, это буквально где-то половинка нашего уровня. Сразу бы могла получиться. Ладно, хватит мечтать. Нам надо, ребят, с вами приступать к бою. Кто нас тут будет встречать? Интересно. Банши. Прибавляется Банши. Она, кстати, еще та проказница, тем более 90 уровень. Так. Прыгун, ведьма, я не знаю, ребята. Но нам нужно в любом случае играть вот этим отрядом, если мы хотим с вами сегодня открыть эпический сундук, согласитесь. Квест завершен, тактик. Ну что же, все. Эпик сундук у нас, по идее, должен быть в кармане. Так, копим, ребята, потихоньку ману. Ага, вышел зомби. Вышел зомби, ну что, давайте, наверное. Так, паладиныч, давай вперед. Выходи, надо это все дело, ребята, подкрепить. Сейчас будет большой-большой взрыв. Там еще и ведьма, ребята, вышла. Банши, я же слышу. Вон она уже явилась, не запалилась. Ну что, давайте, она сейчас будет орать. Она будет сейчас орать. Но ничего у нее не вышло. Отлично, ребята, ульта сработала как нужно. Так, конечно, у паладина очень мало было здоровья. Очень мало. Опять этот взрывник идет. По-моему, сейчас всадник на журавле отдуплится. Проверим? Проверим. Тут и проверять нечего. Все случилось, как я сказал. Так, зомби, иди отсюда. Ребята, знаете, чем меня бесит Банши?
потому что у нее массовая такая. Она распространяется не на одного, а на всех, кто стоит в толпе, в кучке в этой. Так, я даже не знаю, подтягивать не будем, ребята. Ульта здесь не нужна, однозначно. БФГ, ну куда ты прешь-то в ядовитую эту? Ай, говори, не говори, бесполезняк. Они все равно будут делать одни и те же ошибки. Ну что, Палыч, давай. Слушайте, ребята, у нас минута времени, да? В принципе, мы уже подошли к замку. И я думаю, что сейчас будет разнос полнейший. Но зомби-камикадзе, конечно же, все портит. И БФГшка у нас погибла. Слушай, а может быть нам вызвать друидку? Ну, ради фана. 500 маны у нас как бы есть. Можно, в принципе, дождаться и призвать ее. Так, давайте это сделаем. Друидушка, давай, подходи. А то мы что-то тут здесь все вокруг да около топчемся, и никакого прогресса у нас нету. Опять он взорвался, а, гаденыш, достал уже. Зомби-камикадзе, да, это еще тот, ребята, говнюк, потому что мало того, что он наносит офигенный взрыв, так после себя он оставляет еще кислотную лужу, в которой стоящие юниты получают дополнительный урон. Тоже не есть хорошо, согласитесь. Так, что-то я не понял, ребята, 20 секунд, а, как говорится, конь-то еще не валялся. Это печально. 13 11. Ой-ой-ой, по-моему, ребята, мы здесь сфейлимся. Сфейлимся по времени. Я уже просто предчувствую это. Вот тебе и веселуха. Да, друидка, ребят, друидка здесь не справляется. Точнее, она справляется с уровнем, но не укладывается по времени. Поэтому нам придется, скорее всего, заменить этот отряд. Вот только на кого, пока не знаю. Ну что же, это все хорошо, а мы с вами быстренько-быстренько бежим в магазин и покупаем с вами эпический сундук, на который я копил очень-очень долго, наверное, где-то месяц. Ну что же, забираем здесь гемчики, 501 гем. Так, и в сокровище. Вот, ребята, 720 карточек в плюсе, поехали. И что же нам достанется? О, ребята, ну это королевский просто подгон. Ты посмотри, ты просто посмотри, кто нам выпал, ребята. Нам выпал маг, нам выпал слизень, 53 карточки. Нам выпала черепаха, 151 карточка. Когтистый, 72. Ну, храмовый пес не особо, конечно, меня радует, но тем не менее. 90 карточек на мага и 208 на короля. Ну что же, ребята, отлично, может быть даже кто-то у нас... Да, посмотрите, в армии кто-то у нас прапаться хочет. И это у нас храмовый пес. Да, не особо, конечно, жалую его, но тем не менее, все равно приятно, ребят, когда у тебя персонажи получают высокий ранг. Ну а в данный момент он получает у меня 4-ю звезду. Отлично, все отлично. Так, смотрите, ребята, у нас самурай уже около того, чтобы прапаться на 5 звезд. Тигр тоже около этого. То есть очень много. Смотрите, всадник на журавле вообще не хватает всего лишь 3 ДНК, и он у нас получит 5-ю звезду. Круто. Так, смотрите, база тоже около того, ребята, 4 ДНК не хватает. Вообще классно, поэтому, ребята, будем с вами играть, продолжать повышать своих уровней и раздавать здесь люлей. Так, ну что же, нам нужно с вами, наверное, маленечко определиться. Во-первых, прапаемся, у нас с вами есть деньги. Уровень мы с вами получили, но, как говорится, не можем воспользоваться всеми благами. Так, отличненько. Мечник и база. Блин, ребят, мне надо было, конечно, не это сделать. Мне надо было вот эту имбовую колоду, ребята, прапать. Ладно, фиг с ним. На Ронине, как говорится, остановились. Ну что же, давайте посмотрим, кто у нас там. А, и нам же нужно перепройти, ребята, этот уровень. Давайте, наверное, мы сыграем вот этой имбовой нашей колодой. Я думаю, что мы здесь с вами быстренько их всех расчекрыжим. Тут у меня, ребята, и Ронин, тут очень много дамага, тут и прыгун. Хотя прыгун здесь, честно говоря, не особо мне нужен. Ну, кто там? Выходит зомби. Понятно, сейчас будем, ребят, наказывать. Ронин здесь у нас. Так, что же нам сделать? Давай-ка попробуем вот такой вот маневрик. Сейчас будет взрыв, естественно, ребята, как же без него? Ой-ой-ой. Слушай, может быть, мы даже сольемся здесь. Смотри, что происходит. Банши сейчас будет орать. Ух. Ну, выпусти ты свою... Не выпускает, ребята, он свою пилу, к сожалению. Так, ну здесь разнесли. Ладно, замечательно. У нас есть ульта. Погнали. Так, отлично, ребят. Блин, все равно он, ребята, он взорвался и нанес неплохой урон. И, как говорится, маг-воин мой погиб. Ну, молотильщик здесь вообще не котируется, потому что он даже ничего не успевает сделать. Его банш расстреливает. Слушай, может быть, нам прыгуна вызвать, а?
чтобы он, как говорится, контрил их там на подходе еще. Опять этот взрывник идет. Ну как же ты достал? Сейчас опять все у меня здесь полягут. Офигеть можно. Так, ульта есть. Давай-ка применим. Ведьмишка, пора тебе выходить, радость моя. Почему-то у нас здесь ничего не сдвигается с мертвой точки, времени мало. Минутка, всего лишь минутка. Ну, слушай, я думаю, что с ведьмой все-таки мы должны с вами здесь затащить эту каточку. О, ураганчик. Давай, давай, давай. Эть, до последнего протянул. Вот так вот, всех к ногтю. Ну и все, армия моя готова, ребята, уничтожать замок. Главное, чтобы не вышел этот зомби-камикадзе. Да, шикарно. Слушай, ну мне нравится. Мне нравится, как работает эта команда. У нас, ребята, предпоследний уровень. И здесь прибавляется прыгун. Слушай, я не знаю, сможем ли мы его законтрить, прыгуна-то вражеского, а, ребята? Давайте смотреть. Если он только выйдет, мы сразу же будем с вами включать мага-воина, потом Ронина. А может быть, будем молотильщиков звать. Вот он, вышел, хламон. Так, ждем до последнего с вами. Как он только делает прыжок, вызываем свою армию. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как плохо, ребята. Офигеть, это фейл, да? Нет, а, фейл, да, все-таки фейл, ребята. Он нанес урон моей базе. Ну, я не вижу, ребята, смысла, конечно же, здесь играть, рассусоливаться. Давайте, наверное, ускоримся маленечко, по-быстренькому. Просто разнесем ему базу, если получится. И переигрывать будем этот уровень. Прыгун все-таки сделал свое дело вражеское, я имею в виду. Успел прыгнуть, успел, как говорится, в истерику впасть и разнести моих юнитов. Вот это меня раздражает. Да все, ребята, ему хана. Квест завершен, алчность. Что-то я такого квеста не помню, если честно. Но, тем не менее, ребята, зато получили с вами деньги, да, и попытку все-таки мы сыграли. Могли бы просто сдаться, сфейлиться. Но, тем не менее, отыграли неплохо. Давайте-ка мы с вами повторим этот уровень, но теперь будем немножко помудрее. Так, он, наверное, начнет опять, да, с этого спрыгуна. Сейчас, ребята, секунду. Ну, где там твой прыгун? Что-то не вызывает. А, вот он, явился, не запылился. Ну что, ребята, я надеюсь, что он сейчас будет прыгать без истерики, тогда мы его порвем. Да, отлично, он наш. Тем более, через отражение еще сработалось. Ну что же. Так, взрывной, сейчас будет бум. Так, можно было бы, конечно, ребята, и прыгуна вызвать-то, по идее, да? Но чуть-чуть попозже. Опять вражеский прыгун на меня идет. Черт, как будем, ребят, как контрить-то будем? Так, Ронина. Срочно Ронина, и вот так вот. Ну, у нас удалось, ребята, у нас получилось все это дело. Как же он бесит меня, вот этот взрывник. Своей массовой атакой, просто взрыв, и все, ребята, и все твои юниты падают. Так, ведьма, нет, смотрите, ребят, тут прыгун, давай ульту. А почему? Почему, ребята, ульта? Странно как-то. Ульта била в оборотня, да, в прыгуна, и ему было на все пофиг, ты понимаешь? Он просто сделал свой прыжок и дальше начал бомбить. Так, ну что, нам тут главное, ребята, не получить урона, как вы понимаете, да? По времени мы с вами уложились еще в прошлый раз, так что давайте спокойненько себе здесь отыграем этот этапчик. На-ка! Как говорится, пройдем. Да, в принципе, думаю, что нежить мы сегодня, ребята, территорию нежити пройдем. Причем в легкую. Так, деньги зарабатываем, опыт у нас идет рекой, и у нас последний уровень. Кто у нас тут будет? Конечно же, жнец 89 уровня. Как же я рад его видеть. В кавычках, конечно же, ребята. Так, ну что, в принципе, у меня команда с друидкой должна его порвать, как и в прошлой серии. Поэтому давайте попробуем. Но не забываем, ребята, что уровень у него достаточно хороший, 89, а у меня 87. Так, давайте будем ждать. Во-первых, нам нужно накопить максимальное количество манны. Так, вышла банша. Вышел зомби. Так, что бы нам сделать-то? Давай, наверное, вот так вот сделаем. И вот так. Попробуем, ребята, может быть, получится. Ну, БФГ, давай. Что-то как-то слабенько у нас, ребята, здесь получается дело. Ульта. Слушай, это опасно, ребята, ее подтягивать. Ну-ка. Отлично, сработало великолепно просто. Я даже сам не ждал. Прыгун? О-оу.
Ребята, прыгун, давай-ка, наверное, друидку вызовем. Ну, посмотрим, что у нас здесь получится. Так, мечник, бомби. Так, БФГ нам в помощь. Слушай, ну смотри, что получается, ребят. Он вызвал жнеца. Ой, да, жнеца, ребята. Я видел, я это видел. Ульта сейчас накопится, попробуем через нее сыграть. Ну, давай, давай, давай. Так, ребят, смотрим, смотрим. Ну, в принципе, я скажу, неплохо. Единственное, что он опять же плодит свою армию зомби. Смотри, там еще и прыгун. Так, ладно, будем противостоять. Если друидка будет хилять нашу армию, то у нас все получится. Если не будет, мы здесь сфейлимся. Смотрите, у нас все эти ваури, все мощные. Так, давай, наверное, БФГшку, ребята. Нам нужна массовая атака. Там еще и прыгун крадется. Так, ульта. Есть. Мы наказали, ребята, жнеца. Прыгун там тоже спекся, поэтому давайте быстренько. 48 секунд на все про все у нас. Друидка, сделай, пожалуйста, ускорение. Я тебя умоляю. На самом деле нет у нее никакого ускорения, но мне просто хотелось бы, ребята, чтобы оно было. Так, ты смотри, а? Смотри, что делает прыгун. На паладина там, да? Батон крошит. Слушай, ну мы уже возле замка, мы уже даже бомбим его. Банш там что-то пыталась крикнуть, но ее сразу смели. Так, ульта моя, ульта. Сработала неплохо. Жалко, впустую, в холостую никого мы ей не убили. Но, тем не менее, мы с вами, да, проходим. Проходим этот уровень. Фух, победа. Не зря переигрывал, все отлично, ребята. Давайте посмотрим, что у нас здесь в сундучке. Ну-ка, удиви. Так, взрывной зомби, ребята. 12 карточек на базу. И 11 тысяч голды. В принципе, неплохо. Ну что же, мы переходим с вами на территорию подданных. Ага. Значит, у нас здесь разбойник, да? Нам нужно, ребята, его контролировать. Для этих целей, я думаю, мы возьмем все-таки, наверное, имбовый отряд. Только лишь из-за того, что, ребята, там очень маленькое расстояние между башнями у нас. И мне нужно будет как можно быстрее его уничтожить. В этом деле нам помощник, конечно же, Ронин. Так, ну он хитро сделал, смотри. Он вызвал мечника, почему? Не знаю пока. Вот он, смотри, ползет пройдоха. Ронин, Ронин. Ну, есть, шикарно. Но все равно расслабляться пока не стоит, потому что он будет его постоянно призывать. Так, давай-ка прыгуна позовем к нам на помощь. Так, ульта у меня есть. Где он? Вот он, ребята, вот он, крадется гаденыш. Бумс, не тут-то было. Ха. Думал, что все ему можно. Нет, ребята, и мы разносим с вами замок. Вот это я называю вообще изейшая была победа. Ну что же, мы переходим с вами на второй этап. Так, здесь у нас, угу, крестьянин, ребятушки, добавляется. Ладно, давайте его встретим достойно. Он будет сейчас встречаться лицом к лицу с моим големом. Но где-то там мелкие прыщи, я уже готов. Я уже готов, вот он вышел. Так, ребята, вызываем големчика. Пускай они тут между собой выясняют отношения. Так, нужен нам джаггернаут, и желательно быстрее. Джаггер, давай быстрее, ты мне нужен здесь. Ёлки-палки, ребята. Еще и разбойник вышел. Ладно, тогда ждем, 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 ждем. Вызываем. Слушай, это опасная ситуация, смотри, нас там прижали. Так, фаербол, фаербол нам в помощь. Вот так-то. Заморозка, ух. Как говорится, игра к нам сегодня мила. Так, идет, идет, ребята, идет разбойник. Где он там? Ну, да, сфейлились. А знаешь почему? Потому что мне некого было поставить. Все были в откатах. Ладно, ребята, ускоряемся, как всегда, и проходим по фасту этот уровень. Все равно нам придется его переигрывать. Так что, ребятули, надеюсь, мы сейчас пройдем, хотя бы не сфейлим попытку. Ты смотри, что делает, а, разбойник этот, хламон. Ты посмотри на него. Да, ребята, все, мы тут, короче, прижали и базу разнесли. Не успел я законтрить этого самого разбойника. Так, ну что же, давайте, наверное, попытка номер два. Будем проходить этим же отрядом, потому что у него больше всего энергии. А энергии, как говорится, у нас нету. На остальных отрядах там очень мало, а они нам пригодятся еще. Ну что же, повторение мать учения, давайте приступим. Так, и будем... Да, наверное, то же самое все будет, да? По алгоритму. Так, Джаггернаут, давай. Нет, ребята, я думал, что он не вызывает разбойника. Нет, он его вызвал. Он его вызвал. Так, ну-ка.
Да ну, хорош, только не говори, что мы здесь опять... Во, фаербол. Я уже думал, сейчас сфейлимся. Ух, ураганчик, то, что нужно. Так, ребят, наверное, будем призывать... Нет, пока не будем, пока не будем. А вот Джаггернаут, я думаю, здесь пригодится. Замечательно. Я хотел вначале вызвать баллисту. С баллистой было бы нам немножко попроще, но опять же, этот разбойник, он в инвизе идет, его не видно. Баллиста не будет по нему попадать. Так, вот здесь вот... Слушай, ребят, ну если что, у меня есть фаербол. Так, замечательно. Но все равно он баллисту мне уничтожил, гаденыш. Так, вот эти вот мелкие клопы, они меня раздражают. Я имею в виду крестьяне. Они мелкие и очень сильно отвлекают. Так, подожди, 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 подожди. Разбойник, разбойник, разбойник. Ой, ребята, по-моему, опять фейл, а? Да, так и есть. Ну что ты будешь делать, а? Ну что ты будешь делать? Слушай, не хватает, ребята, мне в этом отряде юнитов. Именно мощных, сильных, которые могли бы сдерживать этого разбойника. Придется опять переигрывать. Так, квест завершен, скороходы. Что-то я такого не помню, ребят, что было. Скороходы. Да, конечно, мы разнесли ему замок, но, тем не менее, сфейлили попытку. Короче, надо менять нам с вами отряд. Это какая-то ерунда получается. Я думаю, что, наверное, вот ими будем играть. Тут у нас все-таки паладин, мечник. В общем, все дела. Единственное, что здесь меня не устраивает, это всадник на журавле. Я думаю, что здесь надо его менять однозначно. Вот именно в этом отряде. Так, что, мечники идут, да? Паладина, нам нужно, ребята, паладина вызвать. Но не забываем, что сейчас пойдет еще и этот. Как его звать-то? Вот он идет, разбойничек. Так, палыч, 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 давай быстрее, 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 быстрее. Есть, успел, я успел, ребята, его призвать. Так, хорошо, идем, кстати, смотри. Точнее, не идем даже, а отбиваемся. Так, БФГ-хи. Смотри, кто идет, а? Явился, не запылился. Оу, отлично, мы его сейчас ультой подбили. Ну что, ребята, давайте, давайте, подбегайте быстренько к замку. Мы можем, знаешь, что сделать? Вызвать друидку. Опять же, для фана, ребята. Так, время. А время нам здесь не важно. Нам главное не получить урона. Вот что я тебе скажу. А раз не получить урона, значит, естественно, победа у нас уже будет в кармане. Спешить нам некуда, я могу хоть 3 часа здесь играть. Ну что? Так, вот он, разбойничек, давай уль... Ой-ой-ой-ой-ой, зря я... А, нет, нормально, ребят. Сейчас бы могла быть фатальная ошибка, если бы мой мечник прошел бы дальше, да? А мы бы подтянули бы этого разбойника к себе, к базе, и он бы нанес урон. Вот это был бы финиш. Хотя у нас друидка, мы могли бы залечить себе базу, в принципе-то, да, ребят? Ну что же, победа очередная за нами, и мы переходим к третьей волне. Так, здесь у них, смотрите, ребята, маг. Маг. Хм, ну давай попробуем, опять же, этим отрядом. Этот отряд хорош. Но маг, ребята, тоже хорош вражеский, поэтому нужно как можно быстрее его уничтожать. Я надеюсь на БФГ на наши. Так, тут разбой... А, тут разбойника, по-моему, нету. Так что можно расслабиться. А нет, есть, ребят, есть. Есть разбойник. Я просто на мага смотрел, а как-то разбойника пропустил мимо глаз. Ой-ой-ой. Что-то совсем мне это не нравится. Блин, ты посмотри, как он наносит урон. Блин, ребят, я... Ну-ка, получится? Получилось, замечательно. Там маг. Сейчас начнет тут раздолбайку свою. Ты посмотри, какой он наносит урон. Ребят, смотри. Он 2 выстрела делает, юнит падает. 2 выстрела, юнит падает. Офигеть. И мне его никак не припечатать. Блин, ты посмотри, а, на него. Давай попробуем БФГшкой. Так, нормуль. Немножко вроде пробились, но опять же, ты посмотри. Мы пока с вами колбасим этого мечника вражеского. Маг сзади бомбит, тут еще и разбойник идет. Что-то совсем мне это не нравится. Очень плохо у нас, ребят, получается здесь проходить. Совсем, я бы сказал, плохо. Фейлом пахнет. Хотя, знаешь, даже из-за чего? Если мы здесь можем с вами отбиться по времени уже не укладываемся. Ребят, минута остается, а мы еще даже не продвинулись ни на миллиметр. Так, ульта. Давай позовем друидку, попробуем с помощью ее. Может быть, получится все-таки. Но 50 секунд, ребята, это мало. Мало времени у нас. На все дела.
Так, вызвали тотемы. Слушай, этот Макс одного выстрела уничтожает тотемы, ты прикинь? Нет, с двух, ребята. Но этого... от этого мне не проще, на самом деле. Так. Ну, давай, родные мои. 32 секунды осталось. Ну, что вы там... никак не можем продвинуться, понимаешь? Мы не можем почему-то сдвинуться. Так, ураганчик. Это хорошо, кстати. 20 секунд, ребята, а может быть и пройдем. Если, конечно, пойдет все как надо. Разбойник, куда-то там... фу, подбило его БФГ. Нет, нет, ребята, тут фейл. 9 секунд. За 9 секунд мы с вами ничего здесь не сделаем, к сожалению. Просто очень много потеряли времени на то, чтобы ликвидировать вражеских магов. Да, ребята, ладно. Замок мы все равно ему уничтожим и будем переигрывать этот этап. Куда там разбойник, а? Почесал. Я не могу понять. Нет, не надо урон наносить только мне. Все, шикарно. Ай, блин. Ребята, 3 попытки сегодня уже сфейлено было, да? 3 игры мы просто-напросто загубили. Так вот, ну давай попробуем. Попробуем этим отрядом. Нравится мне здесь маг-воин, который будет у нас, если что, ребята, работать через отражение. Но знаешь, что я не понял? Все-таки, когда он делает отражение и по тебе бьют магией, идет обратный урон или нет? Вот я как-то этого не замечал, на самом деле. А вопрос достаточно интересный. Так, ну что, давай так поп... блин. Разбойник, ребята, разбойник идет. Так, ждем. Попробуем. В принципе, есть, отлично. Мы через отражение, ребята, их убили всех. Смотри, мой прыгун уже в соло, грубо говоря, бомбит базу. Так, магам здесь не место. Отлично. Ураганчик. Давай-ка, наверное, применим его по-быренькому. Ну что, ребята, я могу сказать вам одно. Базу мы сейчас расклепаем. Как пить дать? Ха. Но энергии зато у этого отряда больше нету. Мы всю ее потратили. Ну что же, переходим на следующий уровень. И здесь... ага, здесь прибавляется жрица. Слушай-ка, я думаю, что, наверное, здесь мы справимся. По крайней мере, у нас большая будет дистанция между замками, да? И я думаю, законтрим мы все-таки разбойника. Основной атакующий юнит у меня здесь будет, конечно же, ребята, баллиста. Так, ждем, ребята. Давай, баллисточка. Так, выходит мечник. Выходит жрица. И крестяшка. Ладно, давайте так начнем, ребята. Для чего нам нужна, ребят, баллиста? Она будет бомбить их всех, особенно жрицу. А нам нужно ее уничтожать, потому что она будет хилять постоянно. Так, а вот, ребятушки, и разбойник явился, не запылился. Фаербол у нас есть. Так, он проходит, ребята. Ха, нам чудом повезло. Просто мы его заморозили, и это хорошо, ребята. Так, двигаемся далее. Пока терпимо, фаербол можно, ребят, придержать. Пока. Ну, давай, стреляй, елки-ты-палки. Так, а вон, ребята, и ползет мелкий вонючка. Мы его обездвижили, поэтому и победили быстренько. Так, фаербол полетел. Да, ребята, здесь полный разнос будет у нас. Ну, вы сами видите. Здесь ничего уже ему не поможет. Ни жрица, ни разбойник, никто. И победушка за нами. Отлично. Идеальная, да, победа? Ну что же, переходим к заключительной части. Ребята, здесь у нас король, да? Король, маг, жрица, в общем, довольно-таки элитные сливки общества. Игрового, я имею в виду. Так, король. Ну что, я думаю, наверное, дед все-таки может его наказать, если будет его постоянно станить. Ну, на худой конец будем, опять же, доверяться нашим баллистам. Надеюсь, они его все-таки не пропустят далеко. Бегут, смотри, бежит разбойник. Ну, тут уже, смотрите, ребята, расстояние неприличное, так что можно спокойно вызывать себе, кого нам надо. Так, ну давай, появляйся. С одной плюшки, как говорится, наказали, карточку отдай. Отлично. Так, у нас, ребят, фаербол и 500 маны мы с вами накопили, то есть деда можно будет, в принципе, вызвать. Так. Ну, давай, где этот разбойник? Блин, он достал, а, паршивец. Да, пришлось, ребят, на него потратить фаербол. Слишком, как говорится, большая цена, да, для него. Целый фаербол на одного разбойника. Так, а вон, ребята, и маг корячится.
Сейчас начнем своими плюшками здесь баловаться. Давай, давай, родные мои. О, ураганчик. Так, к стенке его. Вот так вот, чтоб не вякал. Слушай, неужели... Ах ты, вызвал все-таки. Я думал, не будет вызывать. Нет, вызвал. Ну что, вызываем нашего деда. Фаербол в догонку. Отлично. Так, разбойника, ребята, я пропустил разбойника. Елки-палки, не углядел. Ну что, дед, давай. Блин, у него урон, ребята, маленький. Ты посмотри. Тьфу. Ё-моё, там еще маг из-под тишка. Смотри, что делает, а, маг. О, ребята, все, мой дед развалился. Ты достал там магистр кислых щей. О, все, ребят, короля мы убрали с поля боя, и надеюсь, сейчас все будет хорошо. Так, баллиста, давай, не подведи меня, расстреливай там. Доставай до этого мага паршивого. Ты смотри, что он делает. Да тут даже не то, что он делает, ребята. Тут делает очень много вреда именно жрица. 29 секунд, опять, да? Опять фейл, по ходу дела. Так, минус маг. Так, опять этот разбойник тут крадется. Фаербол. Ну давайте, уничтожьте, уничтожьте вы их всех. Заморозка. Так, дед пошел. Ребята, 10 секунд. Нет, не успеем мы с вами здесь забомбить, к сожалению. 4 секунды. Да. Сфейлились по времени. Печалька. Блин, ребят, четвертая игра, да, у нас неудачно получается. Ну что ж, придется переигрывать. Это в обязательном порядке. Да, немножко, конечно, это все меня расстраивает. Ладно, ребята, давайте переиграем. У нас энергия-то есть где-нибудь? Так, одна здесь есть. Здесь нет, к сожалению, и здесь одна. Поехали. Я думаю, за счет, ребят, друидки мы все-таки здесь должны с вами выиграть. Расстояние приличное. Тут весь цинус, ребята, в магии, во вражеском. Он просто бесит. Пока мы разбираем с вами танков, он сзади из-под тишка бомбит наших юнитов. Так, ладно. 500 манны у нас есть. Это уже хорошо, ребята. Я как можно быстрее попробую вызвать друидку, чтобы стартануть на ранней игре. Ё-моё, вот... Ай, хочется, ребята, вызвать. И не дают, ты понимаешь, они специально так делают. Давай, давай, друидка, давай, 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 давай. Ну, есть. Так, ребята, я призвал, у нас есть ульта. Блин. Ну, накажем, нет? Наказали, отлично, ураганчик. Слушай, ребята, пока идет все как надо. Сейчас я, кстати... Не удивлюсь, если выйдет этот, как он, король. А он выйдет, ребят. Опять маг Дата начинает баловать своей этой магией. Так, мне нужна, ребята, ульта, по идее-то. Слушай, а короля-то не... Вот он, вышел. А у меня уже затеплилась надежда, что мы его сегодня не увидим здесь. Да, вот он. Ахламон появился. Так, ну что у нас тут? Непонятно, ребят, какая-то куча мала. Кто кого бьет. Но я вижу, что здоровье у короля улетает моментально. Посмотри. Бумс. И он падает. Так, отлично. Теперь остается лишь добить вот эти вот остатки роскоши, которые здесь у него стоят. И разбомбить замок. Давай, ребята, давай. О, ураганчик. Ульта. И, ребята, я думаю, все, хана ему. Ему здесь бесполезно сопротивляться. Ничего он здесь уже не сделает. Ну-ну-ну-ну-ну. Да. Вот давно бы так. Слушай, ребята, знаете, что самое хреновое? У нас, по-моему, энергии нету. Только в одном отряде. Ну что же, открываем сундук подданных и смотрим, что нам здесь выпадет. Да. Вот это вот, конечно, мне особенно было нужно. Ну что же, территория роботов, как вы понимаете, ребята, у нас следующая карта. Давай соберем все эти плюшки, которые у нас накопились. Ну что такое? Так, квесты. Здесь, здесь 9 гемов, как говорится, в карман положили. Арена. Так, давай за арену, ребята. 21 карточка самурая, это автоматически к нам летит. И мы можем... Ну, никого не пропаем. Но, тем не менее, ребята, 14 карточек НЛО. Привидение 14. Так, ядербот 16. Так, бомбер 16. Ну и денег 15 тысяч. Это хорошо. Ну что, ребят, давайте быстренько, наверное, с вами проведем какой-нибудь бой. Как говорится, чтобы уже пошел отсчет.
50 уровень врага. Кем будем играть, а, ребят? Может быть, этим отрядом, а? Вот здесь бы не хотелось бы, ребят, играть, потому что, ну, энергии, сами понимаете, очень мало. И тратить ее на арене не особо хотелось бы. Я все-таки думаю, что вот этот отряд должен справиться. Да, у нас тут только лишь тигр из таких сильных. Но если мы его успеем вызвать, то у врага не будет шансов просто-напросто. Просто не будет шансов. Так, он стоит недешево, 350 манны. Но он того стоит. Так, жаба с молотом вышла. Ну что ж, давайте тогда, наверное, вызывать его. Я надеюсь, успеем. Должны успеть. Давай, тигр, рви их всех тут. Мне, кстати, нравится вот анимация этого юнита, потому что сзади тигра стоит парень и держит его за хвост, типа не пускает его в бой. Так, давай-ка посмотрим, ребята, ульту. А, понятно. Замедление, да, от Сакуры. Отлично. Слушай, ну я думаю, ребят, мы здесь пройдем. Ниндзя, хорош. Ой, там такой маленький урончик. Фу. Сейчас, ребята, мы накажем. Накажем быстренько причем. Сейчас жнец начнет плодить свою армию. Если, конечно, начнет. Он, видите, уже... Так, карточка на тигра выпала, это хорошо. Все. Все, ребята, разбомбили. Мы, естественно, с вами на первом месте. И на нем останемся довольно долгое количество времени. Ну что же, все мы с вами здесь сделали. Так, у нас с вами деньги есть. Давайте, наверное, доапываться. Наш отряд нужно проапать хорошенько. Так, кто у нас там? В принципе, молотильщика можно было бы и не трогать. И прыгуна. Так, лорд ужаса. Квест мы с вами завершили. А денежек-то маловато. Очень мало, ребята, уже осталось. И последнего, кого? Давай, наверное, джиггернаута. Все. Так, квест. Еще 2 гема в карман. Итого у нас 12 гемов. Так, с энергией вообще, ребята, плохо. Ежедневные испытания, к сожалению, я пройти не смог. Потому что, ребята, здесь улитка, здесь взрывной зомби. А мне в отряде давали... Так, подожди, там, по-моему, мечника и, да, и крестьянина. Таким отрядом я ничего не смог сделать. И поэтому, ребята, я пропускаю сегодня это ежедневное испытание. Хотелось бы, конечно, пройти, но никак. Ну что, ребята, у нас... что, только один отряд? Ладно. Тут толкатель и бомбер. В первую очередь, естественно, нам нужно как можно быстрее выйти и отойти от нашей базы, потому что толкатель может так звездануть, что мало не покажется. Так, Джиггернаут, давай быстрее, мы тебя ждем. Мы тебя ждем. Все, ребята, отлично. Вот он выпускает толкателя. Лишь бы не столкнул. Пока все хорошо, ребят. Пока идет все отлично. Ага, вот, вот это вот самое противное, ребят. Но мы отошли, успели. Так, ну что, будем наказывать его? Ладно, сейчас накажем. Фаербольчик у меня накопился, это тоже меня радует. Так, полетели. Ну, упал. Все, ребята, базу мы ему сейчас разбомбим. Это я вам точно говорю. Ничего он здесь уже не сделает. Ну... Ай, остался там совсем маленечко, ребята. Чуть-чуть буквально. И... Есть. Порвали? А вы что, другого ожидали? Я лично нет. Так, ну что же, переходим сразу на второй уровень. У нас, по-моему, там еще где-то есть энергия, да? Или нету? Есть или нету? Кто мне скажет? Есть. Ага, поехали. По бэрингому сейчас пройдем. Для этого отряда, я думаю, здесь вообще все изейше будет. Тем более, здесь друидка. Но опять же, повторюсь, ребят, не стоит забывать про толкателя, который сбивает всех наших юнитов. Так, вылетает бомбер. Вылетает, ребята, бомбер. Ладно, пускай летит своей дорожкой, а мы пока подкопим с вами ману. А вот и толкатель. Ну что, паладин, надеюсь, у тебя все получится. Так, елки-палки, ребята, столкнул. А вот это я, наверное, зря взял. Давай друидку призовем. Ребят, если мы даже получим с вами урон, друидка отхилит базу, поверьте мне. Так что все будет хорошо у нас. Друидка, ты будешь базу хилять или нет? Должна, должна. Я ведь верю в нее. Потому что когда идет отхил... Когда идет отхил, ребята, она почему-то не хиляет нашу базу. В чем проблема? Что у нее опять не так?
Ну и опять, ребята, лаги. Что-то лаги какие-то ужасные начались. Ладно, сейчас мы их всех все равно пробьем, рано или поздно. Никуда они от нас не денутся. Так, давай, мечник, выходи. Карточка на толкателя выпала. Это хорошо. Толкатель чем хорош, ребята? Что он как и танк, и массовый наносит урон. Это довольно редкие юниты такие бывают. Да, ребята, к сожалению, у меня эмулятор крышанулся, вылетел. И, как говорится, мы не прошли с вами тот уровень. Но ничего, мы будем сейчас переигрывать. У нас энергия есть на этом отряде. Так, давайте голема прокачаем маленечко, да? Ну что же, поехали. Надо переигрывать. В любом случае, ребята, урон мы с вами получили. И друидка его не отхилила. Так что будем сейчас бомбить. Я думаю, что этот отряд просто здесь порвет, ребята, всех. Здесь голем, здесь у нас джиггернаут. Ну, все педали, короче. Так, влетает бомбер. Нам на него плевать, на самом деле. Пускай себе летит. Так, он пролетел. А вот, ребята, и толкатель. Ну, кто? Будет, наверное, джиггернаут у нас, да? В первую очередь против него. У нас фаербол здесь есть. Так, давай-ка мы вот так сделаем и фаерболчиком. Замечательно. Чумная мышка. Ну, контри ты этого... Нет, ребята, слабоват он против этого. Ха, все выжили, и это замечательно. Баллисту даже не задели. Удивительно даже. Так, минус толкатель. Боксер. Почему он боксер, ребят? На самом деле он этот... Репульсор, по-моему, да? Так его увеличать. Да это не имеет значения, в любом случае, смотрите, ребят, что происходит. Полный расколбас базы. У нас фаербол накопился. Ха-ха. Тырич. И дедушка сейчас... Нет, он даже не дошел. Ну что же, вот это я понимаю, вот это победа была. У нас энергия-то еще хоть осталась где-нибудь, на ком-нибудь, на каком-нибудь отряде или нет? Так, есть, есть еще, как говорится, порох в пороховницах. Ребят, ну это убер-отряд, здесь даже нечего говорить. Просто моментальное уничтожение вражеской базы. Роботы сейчас будут в шоке. А, у него молотильщик уже. Так, секунду, Ронин, не подведи. Молодец, красотуля. Ронин, как всегда, ребят, на высоте. Так, ну этот молотильщик нам сейчас тут горе-то даст, на самом деле. Так, отлично, сейчас хорошо получилось. Слушай, а у нас, ребята, молотильщик прокачан полностью или нет? Я вот что-то не помню, если честно. По-моему, нет. Да, ребят, не полностью, потому что когда он будет полностью прокачан, он будет как вражеский выглядеть. А у нас такой, знаете, с иракезиком. Так, отлично. Блин, нифига не отлично, ребята. Все хреново. Ладно, надо вызвать, наверное, я думаю, ведьму, и все тогда будет хорошо. Давай, ведьма, бомби, плоди своих зомбарей. Время еще пока есть. Полторы минуты у нас, грубо говоря. Да, Ронин. Не вовремя-то, конечно. Тихо. Смотри, что происходит. Выеживается еще, а, здесь? Блин, ребят, если молотильщик в дальнейшем будет выпускать свою вот эту вот пилу, ведьма у меня сфейлится. Понимаешь? Так, демонтаж квест завершен. Ну, давай, пробиваем, ребят. Там остался-то шижда не шиша. Все упали, офигеть, просто все упали у меня. Но ускорение, ребята, делает свои дела. Отлично, мы с вами прошли. Фух, осталось два уровня. Энергия есть у кого-нибудь или нету? Просто хотелось бы пройти эту карту, на самом деле. Уничтожить всех этих роботов и перейти уже к следующей локации. Так, здесь забираем 4 гема. Ну и будем закругляться. Всем большое, ребята, спасибо за просмотр. Как говорится, увидимся в следующих новых видосиках и продолжим играть в эту игру. Так что всем пока. И удачи!